Привитос, амигос. Так, продолжается Dark Souls. Я, честно говоря, не очень помню, вот куда идти дальше. Поскольку вся эта игра состоит из сплошных чертовых перекрестков, и тут, собственно, даже если в интернете карту смотреть, это ни хрена не даст. Надо же смотреть именно руководство какие-то по прохождению, что ли. О, вот это, например, я где? А, это я знаю где, да, это под жопой у дракона. Ему даже можно хвост отстрелить, и это превратится в чудо-меч, но как-то это будет не слишком честно, наверное, сразу вооружаться этим дрыном. Попробую пока... А, вот проход. Попробую пока без этого. Не упадешь? Не, не упадет. Падай, гнида, блядь. Вот упырь, а. Вот на таких вот узеньких дорожках, тропиночках они тут оставляют своих мобов со щитами, еще с чем-то. Начинаешь с ними сражаться, что-то там. И в итоге тебя просто спихивают вниз, и ты улетаешь. Это вообще огонь. Да ёб твою мать, а. Откуда? Плюс мечом герой машет с вот этими матросскими замахами, задевая просто стену за стеной. Сука, падла со своим ядом, скотина, тварь. Человечность. Бесчеловечность надо писать здесь. Какая в жопу тут человечность в этой игре? Ее вообще не люди делали. Настолько тут все сурово. И что самое отстойное, я не помню, где следующий босс. А я хотел за одну серию убивать по одному боссу. Напоминаю. Сбил ему щит и успел сделать только один удар. Ну круто вообще. А я тут вообще полгода, походу, работаю, да? Я, наверное, теперь... Пока не сдохну, он, наверное, будет меня травить. Длинный меч. Чё, по дамагу-то сколько? 80? Чем он от палаша отличается вообще? Бред какой-то. Веса столько же, все столько же. Так, у меня от яда-то ничего нет. Да, да, конечно. Смотри, как долго яд травит. Ой, долго. Ну, тут я, походу, сейчас сдохну на этой кабанятине. Сука, скелеты с щитами просто заебали. Почему они все тут со щитами? Куда обычные-то бомжи делись? Это моя последняя хилка. Ой, отлично вообще. Напрыгнул на удар, все. Отступаем, короче, нахрен, надо. Надо идти к костру. Я сейчас сдохну по дороге обратно, правда. Поэтому, чтобы хотя бы души рядом лежали. И бомж за мной слез. Херакс. Ой, жестокий мир, прощай. Отлично, блядь, просто заебись. Мобы ядовитые в игре появились, а лекарства от яда еще нет. Отлично вообще. Ну, блядь, ну гениально. Минус 4 человечности. До свидания. Так. Прекрасное начало. Надо было, блин, уровень поднять. Я забыл прокачаться. Вот надо было в конце прошлой серии уровень себе поднять, а не заканчивать со словами: а, и в следующий раз, блядь. Да, конечно. Только об этом и думал, нахуй. Все это время, что не играл. Пока, блин, второй раз сюда шел, снова траванули. Пошел третий раз, выбил зато шлем и доспешки полого пехотинца. Считайте, если бы я играл нищим, у меня бы только сейчас, получается, броня, что ли, появилась? Жесть какая. Что написано? Тут наверху не черный или рыцарь стоял? Бей парирование. О, до свидания. Простите, ошибся лестницей, конечно.
Что-то я не помню. Их всего 5 вроде, да, тут стоит в разных местах этой волшебной игры. Так, а как бы мне вот туда попасть? А, это жопа дракона. Но там костер, надо как-то открыть дверь. А, понятно. Как он достал, а? Я же отошел. Ну давай ты дохни. Да, оружие, конечно. Оружие бы нормальное мне, ну, вообще не помешало. Этой зубочисткой я никого не убью, блин. О. Сука, не успел его забэкстабить, хотя, наверное, бэкстаба бы и не случилось. Я не помню, а в этой части сила Эстуса прокачивается вообще? Я и охереваю, сколько выносливости отнимает удар по блоку. По-моему, удар есть удар. Какая разница, в блок ты попал, не в блок? Чё тут? Раз. Кто-то стреляет где-то. А, он, понятно. Ну, ты можешь быстрее-то подходить, чума, блядь. Албанская. То, что я попал, то, что ему спина, стрела союзная в спину попала, здесь не считается, типа. Лихо он отпрыгнул. Газмановский прыжок, я бы сказал. Красивый череп. Что-то тут... Какая-то есть тут замутка с этим красивым черепом, что можно его кинуть в огонь, что ли, чтобы кабан сдох. Отлично, блядь. Откуда ж ты взялся-то, а? Не сдох. Сейчас еще полечился, еще на круг сейчас прибежит же. Утырок, блин. Это что такое? Это кто? Где лучник-то? Хрен его Дегрода знает. Так, сейчас я тогда его вальну по-быстрому. О. А вот и лучник нашелся. Так, что там с этими черепами-то делать, а? Может, он ворота сломает, если в ворота бросить? Я не помню, ни хрена. Такой секач, смотрите, стальной. Нет, ворота ни при чем, значит. Отлично, вот это вообще. Бросок-то от бога, ну давай. О! И все. Ну, так я тебе помогу. 750 душ за такую кабанину. Кабаний шлем? Вот это что-то новое. Большая удача, наверное. Кабаний шлем весит как просто жопа полная. Кабанья. 8, блин. Эй, блядь, кувырок нахрен. Нет, это никуда не годится. Но кабаний шлем, вы что, я не сниму кабаний шлем. Это же такая мощь. Так, дружище, как бы тебя открыть-то, а? Открыть? Да, и в цель его не взять. Что-то тут не то. Что-то тут неправильно. Что-то должно здесь быть. А, во. О, бомжи обычные. Как я вас давно не видел.
Один удар, два тела. Кабан боссом не считается, да? Ну да, это же невеликая душа. Хотя великие души тоже тут не со всех же падают. С демона телеса вот ничего не упало. Таинственный ключ. Но еще вот, да, политика ключей в этой игре, что падает какой-нибудь таинственный ключ. И чего мне с ним, сука, делать, с вашим таинственным ключом? Ась? Да ядрись ты конем. Ключ от восточного крыла, большой-большой, таинственный. Напоминает ключ от тюремной камеры. Вообще, блядь, прелестно-то как. Давайте вспоминать, ну, где была какая-нибудь закрытая дверь? Я вот никакой не помню. О, лестница же есть. Хрен заметишь, что же эту лестницу. Отличный удар, ублюдки. Даже, суки, не дали подняться-то нормально. На ноги встать. Жизнь понюхать, почувствовать. Так, стопы. Перила не ломаются, да, а как же? Я вижу, что там лут светится. Упаду, сдохну. Инфа стопроцентная. Эта игра, сука, любит такую бороду. Но на джойстике, вот опять же говорят, что на джойстике, зачем, можно на клаве. Ну покажите мне, как вы будете медленно ходить на клаве. Что там? Кнопочку слегонца будете нажимать. Тут я стик нагнул и пошел. Большая душа какого-то мертвеца, видите? Ай, блядь. Я как Иисус, я, по-моему, три шага по воздуху уже сделал. Эть. Шикарно. А, стопы, здесь же еще стены. В этой части же стены есть прозрачные. В смысле не прозрачные, а фальш-стены. Все надо простукивать, ходить. Но это вообще жопа полнейшая. Жопотень, кто это придумал, надо ему гвоздь в голову вбить. Потому что и без этого здесь хватает делов, проблем, там, блин. Всего хватает, а тут пойди ж ты, еще и стены секретные в игре есть. Вообще, блин. Разработчик псих, я считаю. О, что это такое? Пройти через белый свет. Я не помню там чего. Ахирую. Проклиная этот белый свет. Хоп. О, нормально. Пока живем. Так, а где же здесь костер-то? О! Это наш клиент стоит сейчас, я его сзади. Попробую наказать. Сука, а чё, кто это такой? Да чё он живущий такой? Это какой-то необычный бомж был. Это был какой-то, блядь, рыцарь. Ты посмотри, рыцарский щит, бак... А, рыцарский щит, это с вот этого упал. С этого баклер выпал. Баклер, не знаю, пиво какое-то, по-моему. Не щит. Башенный щит. Бля, рыцарский тяжелый, сука, падла. Нет, такой футбол нам не нужен. Нахрен. Такой щит нам не надо. Опять кувырок пропадет. Буду бегать в трусах, в шлеме, и зато с щитом. Так. Так, о, наш клиент, давай. Блять, на джойстике чё херово, то что пинок не срабатывает. Через раз, блять. Вот, сработал. Выманивание. Кого выманивать-то? Ну, два дебила это сила. Ну, ой, бля, инвалид.
Ай, блядь. Постоянно прыгаю на их удар с наскока. О-о-о! Сука, а чё он не зажался-то? Почему он успел развернуться? Ещё и прыгать умеет, обалдеть. Это, наверное, спецназовец какой-то местный. 160 душ зато за него дают. Бадерский доспех. Чё весит бадерская шмотка? Я чё-то не понял, где. Ага. Еще тяжелее. Он доспех рыцаря эквивалентный. Один в один. Меньше от колющего оружия, я так понимаю, получает дамаг, но больше от кого-то другого. Тут еще такие значки, хер просышь чего. Вторая часть более понятно сделана. Так, ну туда точно нет. Чего тут написано? Это говнище не рухнет сейчас у меня под ногами, а? Понятно. Что ж, намек довольно прозрачен. Но у меня лечение-то больше не има. Костер где-то в ебенях. А, можно дверь открыть. Но толку-то от этой открытой двери? Ну, толк есть, есть. Не придется там в обход ходить, конечно. Это плюс. Не плюс, а плюсик, потому что... О, ключ от подвала. Не знаю, нахера он мне нужен. Там кабан-то зареспаунится, насколько я знаю. Может и нет. Надо пытаться, сука, прорваться к костру. Может, бегом и перекатами, я не знаю. Как-то надо. Алебарда. Какая нахрен алебарда? Чё мне тут алебардировать-то? О, давай. Первый клиент. Первый с нами, ну. Какой, блядь. Хотел сказать, какой лажавый выпад. Это черный рыцарь Лайт, я бы сказал. Видели, как удар ногой? Как его перекинул. Просто Люканг так не умеет. Так, теперь... Теперь надо вон того крысёныша следующего выманивать. Для этого нужен арбалет. Для этого он у меня как раз и есть. Охеренно, а как с него целиться-то? Отличное вообще оружие бога. Да, блядь. Чё-то я ни хрена не отдупляю. Хорошо, блядь. Google в помощь. А из арбалета-то написано, что прицеливаться-то и нельзя. Вот что-то я не понял, почему. Как ты это, блядь, вообще? Ты, блядь, идиот. Дальность, конечно, у арбалета прицельная вообще просто, не знаю, как у берданки, блядь. Ой, сколько раз я тут сдох, я помню просто вообще... Так математики такой цифры не придумали, сколько раз я здесь перепроходил вот это место. Там в церкви они втроем так наваливаются, если не выманивать. Я это, сука, хорошо запомнил. У меня жопа до сих пор, блин, фантомными болями побаливает. Вот, а третий сейчас слева прям за углом стоит, насколько я помню. Прям вот здесь. Ага. Вот память, да? Ну, хули. Сдохнешь тут 50 раз, не такое запомнишь.
Огреб? Как тебе? Ну давай. Ну. У него что, рапира, что ли? Охуел! Нихера поц такой вообще. Ах, хорошо, хорошо. А вы заметили, какой он живучий, обалдеть? Почему-то бэкстап не прошел. Сука, мразь. Упорный поединок, блядь! Я твою маму делал, мразь тупая. Пиздануться, блядь. Ебануться вообще. Ну охуенно, блядь. Пиздец, блядь. Кто это такой-то, ебать? Гвин, что ли? Собственноручно. Собственно, персоной, тварь, блядь. Сука, матч-реванш, ёптеть. Давай, тварь албанская. Сейчас посмотрим, кто кого. Come on, everybody. Давай, фехтователь обоссанный. Мы видим, что стиль его не изменился. А мы ему раз врыло. Бомбой, сука, огненной. А? Чё, тварь? Вот так вот. Огненные бомбы тащат в этой части, видимо, они вообще важнейшие. Важнейший ингредиент в рецепте победы. Так, а там это кто стоит со щитом-то? Ну, вряд ли это наш кореш. Его обойти бы. Драться-то что-то с ним вообще неохота. Ничего. И шлем мой что-то никого не пугает. Хоть рогами бы бил, что ли. Где-то тут был проход. Вот там, справа. Может, он не заметит? Если... Ой, блядь! Что это нахер такое еще, а? Это сучья магия чья-то. Там какой-то колдун стоит. Нехеровый. Так, а не рашнуть-ка ли нам? Я слышу его шаги, он бежит, он бежит. Камеру не повернуть, очково. Врежусь куда-нибудь нахер, и точно жопа. Ага, с булавой бежит тварь. Поганая. А тут оп. И домик. А-а-а, хорошо. Сидим, подумаем, сука, что дальше делать. Встаем, давай пойду ему вломлю вместо босса. Потому что до босса, ну, далеко идти, походу. А чё он не пропал, я не понял. Я ж костер заюзал. Нихера себе такой. Дядя. А я ему удар ногой. Получи, получи, подсральника. О! 1-0, сука. Отведай, сука, меча богатырского. Богатырского. Отлично. Особенно вот этот удар последний мне понравился. Сороковничек. Так, вкатили. Ай, блядь, карамба, ты не туда, не туда. Бля, ни хрена, у него один удар, 4 дырки, просто колотушкой такой. Мне не нравится, что здесь узко, блин. Места для маневра вообще нет. Во второй части это был бы рыцарь короля, блин, мне кажется. Странно, что удары проходят сквозь его щит. Он что, декоративный у него, что ли? Ладно, шахматная фигура. Пошел нахрен отсюда.
И развеял пеплом. И осколок титанита с него. Да мне нахрен титанит-то не нужен. Мне бы дубину его кто дал, да? Вот дубина у него знатная. А осколок титанита. Так, там что там, кузнец недалеко. Так, новый уровень. Выносливость по любасу. Да, по любасу. Кузнец, это, конечно, хорошо. Может, он мог, может, у него меч можно купить какой-нибудь. У меня 2000 он осталось. Стиль мясника. Я помню, одного кузнеца я чисто случайно убил. Да кузнец только на обезьяну похож на какую-то. Андрей из Асторы. Чисто гиббон. Купить предмет. Оружейный ящик. Инструмент для усиления оружия у костра. Ремонтные ящики. Я вот не помню, чтобы когда я проходил, были вот эти вот ремонтные ящики какие-то. Секира, клевец. О, секира. Чё стоит секира-то? Чё-то я цен не вижу. Большой кожаный щит. 1000 душ! Ну ты, блин, и грабитель вообще. Ладно, насрать. Берем. Лук он не продает, да? Вот, это печально вообще. Так, это средство выманивания. Здесь, по-моему, где-то внизу сидит такая курица недушная. Вон она. Только я щишки свои из-за поворота высунул. Сразу залп. Даже базарить не стало. О, алебарда, кстати. А, недостаточно в одной руке. Ну, а секира зашибись. Вот поначалу игры, я помню, долго с этой секирой ходил. Раз 50 с ней сдох, потом где-то нашел нормальное оружие. А, хвост дракону оторвал. И то, если бы не подсказали, я бы не догадался это сделать. Но это такое читерство, на самом деле. Читерство лайт. Лучше-то, конечно, по чесноку играть в такие игры. Надеюсь, что третья часть будет такая же мутная, как и первая, и все будут ходить, охреневать, подглядывать на ютубе. А я такой уже прошаристый весь буду. Как на фармлю подписаты. Ой. Да, ну скорость атаки у секиры, конечно. Вообще не та. По сравнению с мечом, но хоть дамаг уже какой-то более приличный. Сука, он как дерево рубит такими ударами горизонтальные. Вославь солнце. Да пошла ты. Так, ага. Тут я зачковал идти. А что это такое? А, мне показалось имя призыва чье-то. Вот мне интересно. Вот если я его чисто теоретически приманю, он лестницу он сломает здесь и упадет или нет? Но у меня нет лука, мне не прицелиться. Мне не выманить его. Здесь, я помню, что на втором этаже что-то есть. Какой-то чувачок здесь живет, которого освободить можно. О, кстати. А что это такое? Тут какой-то бомж загнулся на алтаре. Душа хранительницы огня. Что-то знакомое. А-а-а! Ну да, понятно. А вон кто магией пулялся стоит. Тут некоторые мобы так шахматные фигуры напоминают. Вот это шахматный король. Вот шахматный король. А вот бубновый туз, да, как там в песне было. Получи по копытам. Ай. Да, вот с этим чувачком в размен идти вообще невыгодно. Еще и полечиться не дал. Животное, сука, поганое. Я в панике и сваливаю отсюда. А что тут, самоцветы лечебные в этой части еще не придумали, что ли? Отъехал, гаденыш. Так, а куда лифты ведут? Куда лифты ведут, я не помню, но надо будет проверить чуть попозже. В следующей серии, например. Что происходит? Выманивание. Кого выманивать? Бомжей?
Оу. Хрен там плавал, бич. Что-то бомжа не убил. Ах ты, блядь, такая. О-о-о-о! Вот это бомж так ударил на все мое здоровье. Ничего он втащил по-богатырски. Да, шел-шел и был убит бомжами. Эпилог, сука твою мать. Хильнула, хильнула, да. Да ты заеб, ты ж налево, а? Я думаю, основная проблема в том, что на мне брони нету никакой. Может, лучше все-таки броня, чем шлем? Они ж, наверное, мне по голове реже попадают, чем в корпус. Сломанный прямой меч. Так, ну этих порвал, остался их вожак гребаный. Или он сдох? Да иди ты нахер своим выманиванием. Сломанный меч тоже мне. Но я его не вижу, наверное, сдох. Там еще очередной этот супер скелет. Нужна человечность. Нахрена она мне там наверху? Сейчас. Тут надо осторожно. Вот когда аптечек нет, тогда вот надо осторожно. Хотя поздно пить боржоми, если почки отвалились. Но... как бы... странно, а почему на мне кожи нету? Я же употребил человечность. Или здесь, в этой части, она как-то по-другому работает? Тут, наверное, надо костер возжечь. И тогда у тебя всю человечность, наверное, отбирают. О, туман, бля, не, спасибо, не, ни хрена. Вот уж нет уж, не в этот раз, Нига, не в этот раз. Там, наверное, горгульи, насколько я помню. Сучьи вообще дети. На горгульях я, наверное, умер раз 300, блядь. Проклиная просто эту игру и удаляя ее раз за разом. Точно я помню, что игру я снес на горгульях, когда с 20 раз не смог их убить. Расстроился, как обычно. Если можно сказать, расстроился, когда, блядь, психуешь и джойстик об стол колотишь. Пошел ты нахер, блядь. Сука, мне надо пройти за него. Но он меня сейчас, походу, вальнет. Ага. Сука, вот хитрожопые мобы в этой части, а? Во второй все примитивные были, во второй не было таких крутых. Как вот этот. Надо каких-нибудь аптечек, что ли, купить, если они здесь есть. Ну почему я не попал, блядь? Ну почему я не попал? Ну почему мимо-то, ёб твою мать? Я вообще не врубаюсь. Ну? Наконец-то, блядь. Надеюсь, что он последний там на пути. Должен быть последний.
Еще одного такого я уже не потяну просто. А человечность поедать уже как-то надоело. Ни хера не вижу, что тут. О. А кто это стоит? На, этот труп какой-то в бочке загнулся. О, человечность выпала. Одну отбил. Отлично. Так, это понятно. А это не сломать, да? Ага. Они обе сюда ведут. Какие атаки, блядь. А, все нормально. Лжец. Да я знаю, но его если не выпустить, он сам выйдет. Бронька у него классная, золотая. Он говорит, что ему не выбраться. А у меня как раз таинственный ключик с собой. Спасибо тебе, говорит, огромное. Я рыцарь Лотрек из Карима. Он говорит, что он тебя поблагодарит, но попозже. Да, отплатит он так отплатит. Тот еще пидорас, если честно. Надо будет его замочить у костра как-нибудь. Но я думаю, что если сейчас с ним затеять драку, он меня отмудошит. Ладно. В общем, думаю, что пока что на этом серия заканчивается. Да, я босса не убил. Ну, кабана убил, вот, шахматных вот эти, шахматные фигурки вот эти поубивал. Тоже считается, я уверен. Вот, а в следующей серии я уже пройду за ту туманную дверь, потому что я постараюсь дойти сюда с аптечками, с какими-нибудь хотя бы, чтобы не сдохнуть. Я не помню, самоцветы жизни есть в этой части или нет? Вот, что за хрень? Без самоцвета это что-то вообще тяжко, эстуса реально не хватает. Вот. Ну, короче, в следующей части будет видно, как там все это разрулится. Так что пишите, жмите.